Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Майн, и со мной мы возвращаем не рубрику, но традицию нашу, если это можно так назвать. Толя, поздоровайся. Привет. Да, раньше... У меня голос изменился. Да, ребят, нормал. Я уже... А на чем как сбегаем? Ой, тихо, за мной бабушка. Слушайте, вы видите Толю, я на это... Я надеюсь... Дед спит, а за мной бабка бежит. Что ему, что мне делать? Я не знаю, куда бежать. Слушай, сильно не кричи, а то эхо будет в обеих микрофонах. Ну, то есть, у меня-то оборудование уже имеется некое. Так что... А, тут полы скрипучие, зараза. Полы скрипучие, зараза. Ну да, бывает, Толь, бывает. Коронавирус. В городах. Что я хочу сказать? Мы на нормале. У меня дедок украден. Бабку я не знаю. Ну, ты это говоришь мне, а подписчики вроде как все видят. Ай, тихо. Вроде я как. На тебя говорю. Ну да. Это. Ну, у меня тут Гренни. О, ну все, хана вам, Грунька. Че ты нашел? Это шоу. Где? У бабки. Как ты так уже быстро это? А давай через что? Давай через дверь. Да без разницы. Кто? Опа, на дедок танцует, сейчас я. Кто через что сбежит, что ли? Да без разницы. Ну так-то какая разница? Ну, в принципе, да. Главное, сейчас мы не на скорость, потому что Толь давно не играл, я особо тоже. Так что давайте мы просто как бы... Где? Чё? Просто где сбежим. Где дед? Там за окном какие-то черти бегают. И тихо за мной, бабка. О, где? Чётко. Ух, блин, она меня убила. Я... всё. Минус один. Сейчас дед прибежит. А. Опа-на! Здорово, братанчик! Вот он орёт. Он орёт вообще жестко. Ага. Ну это... А Гренни вообще не орёт, она просто молча тебя берёт и убивает. Так, всё, ребят, я иду на таран. Нет, знаешь что? Это ты орёшь. Я? Не, типа... Персонаж. Дорхэндл. А, кстати, да. Я понял. Логику твоих рассуждений. Я первый этаж, короче. О, я нашел свечу, поэтому я уплыву на лодке. А я, наверное, все-таки на вертолете. О, я еще и от дробовика нашел ключик. А! Рожденные бегать! Люлей не боятся, валим! Так, мне надо картинки собрать. А! За мной дед! Уйди! Кусок шерсти, без шерсти. У тебя что происходит, Толь? Комменти... А, хотя все подпи... Гренни, блин! Меня чуть... Меня просто чуть не замочили прям сразу. Падла. Погоди, он нужен, чтобы сбежать на вертолете? Мне кажется, она меня спалила, нет? Педлки. Ну, он, возможно, пригодится. А, не знаю. Слушай, я еще и лом нашел. Лом? Молодец. Ну, знаешь, у меня как бы все не супер-пуперски идет. Ну, хотя ты сбегаешь через вертолет, а я-то через лодку уплываю. Вот такая вот у нас разная. Блин, это шутит далеко. А бабка уже проснулась. Ой, бежал. Слушай, он пипец быстро. Согласен. Слушай, так не говорим, что мы будем 40 минут опять приходить. Но у меня это памяти теперь много. Так у меня тоже, у меня 128 гигов, а у тебя? Тоже. У меня SD 128. Да, а еще плюсом? Еще плюс 32. 160. Я не знаю, я наобум сказал 160. Тихо, Груня. Сзади. Ну, она меня убила. Ну, 1-1 как я бы. Я напугался даже. Она меня тоже убила один раз. Я ладно. Я такой иду, типа, ну чуть-чуть до джойстика не дотянулся, такой провел, оп, она уже тут, здорово, братан, говорит. Сейчас мы тебя приняли. Дед проснулся, я бегу со всей дури. А что, ты уже успел? Не, он спал на диване. Ну что, я вас кастрирую, бабка. Кастрации не встречать. Я на второй побежал. Все. Щипчики нашел. Че мне? Заскрипел я. Да блин! Человек-скрипучка. Да. Если честно, я не знаю... Блин, у меня опять полы эти сраные скрипучки. Так у меня тоже-то.
Все, я забрался, бабка, отвали от меня. Дед спит. У меня тоже, смотри, он у меня тоже спит. У тебя елочка есть? Елочка? Да. Ой, тихо, мне идет. Елочка, где она? Она возле телевизора. А, да, там есть. Кстати, я же это... ребят, спойлер. А, мы стоп! Идут, смотри. А, прикольно. Хотел сказать спойлер, а хотя какой спойлер? Вы же этот ролик уже видели, как бы... На момент съемок он еще не вышел, но вы его уже видели. Как я сделал уже первый этаж до конца. Туалет, душевая кабина, кресло, все есть, моды имеются, так Хеликоптер что... Хеликоптер Ки. Кстати, надо инструкцию найти еще. Я, кстати, ее находил. Без нее я далеко не уплыву. Да ты и плыть-то не собираешься. Это у тебя скрипнуло? А, фух, я уж думал, у меня. У меня дед танцует. У меня. Это у меня. Не, у меня тоже. А, ты же наушник. Да, я в наушниках. Так. Да что ты ржешь-то, психопат? Да какая-то... Шиза. Короче, сейчас я маню сюда. Я что-то не вижу, где бабка. Тут бабка бежит. Мне нужно как-то их обоих обхитрить. Здорово. Где? О, пройдем сюда. О, все, я нашел все три картинки. Ой, я Бенц нашел. Офигенно. Знаешь, я еще ничего не нашел, из чего бы я мог бы стрелять, если это можно вообще так назвать, но зато нашел, в принципе, практически все для того, чтобы плыть. А у меня дед по камерам смотрит, я это уже, кажется, тихо, сказал. Бабка, за мной бабка бежит. Крыса. Задолбала уже бегать. Бабка на побегушках. Как я назвал, бабка на побегушках? Да. О! Да у меня опять полы скрипят, вы задолбали. Я к ним убежать могу. А я вот деда не вижу. Тихо, дед сзади. Фух, успел, я тоже успел. Слушай, за спиной был. Я тоже успел, прям четко. Я прям залез вот в эту, как ты называл, зелененькая комнатка. Она только на одну минуту вырубилась. Да. Вы что, лютые? Вот так вот можем. Это, ребята... Подписывайтесь на канал Андрея. Который Механик 56? Да, Механик 56. Блин, у меня уже почти всё. Почему качество контента у него не супер-пуперское? Ну, хотя и у меня не супер-пуперское. Дело в том, что у него просто проблемы. Он что-то еще снял, да? Да, он молодец, он как-то, он два ролика, ну вот, снял один ролик, выложил, на следующий день еще один. Единственный минус, это маты присутствуют. Не то, что мы... Че? Ой, не корона, бро. Ух, не корона, бро, точно не корона, бро. Не, обчи. Меня, кстати, дед убил. Ролик... Кстати, меня научили друзья в школе чихать прям. Вот прям как по-настоящему просто. Это реалистично. Реально, мне учителя даже верят. Такие, будь здоров. Блин, я не пойму... Толя! Толь, я познал эту твою штуку, когда реклама в Грей не вылазит. У меня раньше на старом не вылазил. А тут вылазит прям. Парам, парам, парам. Ой, ну если серьезно, то у меня все, как это сказать, плохо, если это можно так назвать. Сейчас я кого-то опять убью. На! В смысле от нее она отбивает биты? Да. Жесткая бабка. Да. Если смотри, если стрелять ниже пояса. Тогда она отбивает. А, типа, я тут ей никак больше не могу. Да, только... А, нет, вот я в ноги попал. Да, попал. А, ну, значит, ну, просто у меня такое уже было раньше. Стунган. Так. Так, у меня еще внучка. Сейчас я прям быстренько все закидываю.
Прикинь, я не знаю, где дед, где... Хотя нет. Я не пойму, где дед вообще. Он меня убил, братан. Подожди, у меня четвертый день, да? Или пятый? Четвертый? Третий. Подожди. Тихо-тихо. Четвертый день. За мной, за мной, за мной. Тихо-тихо, напряженный момент. Напряженный. Все, ребят, ночью. Больше не рискуем. Я так пытался не рисковать. Сколько? Но меня вынуждают. У меня четвертый день. У меня два дня осталось, и все, ГГ. Ролик идет 11 минут. Такими темпами я типа умираю. Один раз. Вот сейчас я походу на карту. На карту. Так, все, я Видишь просто. Это, да? не знаю. Если честно, я не услышал, что ты сказал, потому что у меня тут и внучок звонит. И это. Так, короче, я заливаю бенз уже. Короче, мне сейчас уже надо будет стрелять. Заливаешь бенз, а что тебе готово? А, свеча и бенз. Ну это мало. Потому что мне еще руль, ключ и padlock key еще. Еще я один. Уже ключ. Нашел, но мне еще надо. Картинки там, все не, такое. Картинки я уже собрал. Да? Да. Ну ладно, мы как бы не на скорость, а. Просто пытаемся хотя бы. Да. Я потому что вообще хоть убей, не помню, как играть. У меня тут дед. О, я нашел эту стекляшку. Бабка, бабка за мной, бабка, еще и полы скрипнули. Она... Ой, я так люблю, когда ты говоришь, бабка за мной, бабка за мной. Бабка, бабка. Бабуля! Братан! Отбила? Да? Во, вот, вот сейчас я... В челюсть? Нет. Хуже. Таз. Тихо, сейчас... Слушай. Дед еще, дед. Дедушка, дед. Слушай, там? Я сделаю текст в формате PNG в фотошопе, и потом это вставлю в видосе. Типа, тихо, вот камера... Меня чуть не убил. Меня дед чуть не убил. Тут камера Толи, а тут камера моя. А. Типа, ну не знаю. Тебе есть еще какой цвет? 3D текст и какой цвет? Без понятия, мне без разницы. Не мое же видео. Ну, ты имеешь право на выбор цвета, у меня красный. Я против волгу, только не радужный. А там... Ой, я щипчики нашел еще. Ну, кстати, радужный возможно сделать, но это трудно. Не моего уровня, скажем так. Развитие. Ну, ты понял, я думаю. Не твоего уровня мотов. Ну ладно, давай. Меня тут обсирают. Ничего страшного, мир, потерпишь. Видишь, как ты борзо сейчас звучал. Ну да. Блин, у меня просто нету инструкции. Так, у меня дробаш. Так. Слушай, а бабку услышишь, если я открою ящик? Нет. Кстати, даже когда ты прыгаешь с люка, она не слышит этого. Я это проверял. Да? Угу. Я дроба... Минус бабка. Сейчас дед. А, у меня полторы минуты, потому что я с дробовика мочу. Он у меня что-то орёт. У меня дед орёт. Это плохо. Я не понял, дед, ты чё? У меня дверь забагалась. Короче, просто посмотри. Прикольно. А, это у всех так? Да? Это нормально, да. Что за... У меня дед не услышал, как я бабку грохнул. Чёрт, за мной бабка! Фух, я успел развернуться, прикинь. Молодец. Я красавчик, я знаю. Чёрт, тебя спалили. Все, я ее обвел вокруг дома, и сейчас вот где этот. Вот этот, мелкий, мелкий. Ага. Я чуть не сдох. Я нашел, короче, ключ от лодки. Кстати, Амир. Mm-hmm. А ты камеру не перевернул? А я это записываю для того, чтобы мне было удобнее в монтаже. Так что я знаю. Ребят, вам... Меня обосрали.
Нет, меня обосрали люди, которые меня смотрят, и сказали, что у меня вебка говно. Здесь у меня ее даже нету. Здесь и этот малыш тоже в шапке? Да. Вы меня обосрали за то, что у меня плохая вебка, а вебки у меня даже нету причем. Офигеть. Вы меня за айфон обосрали, то, что камера плохая. Спасибо. Тихо, полы скрипят. Капец, капец, капец. Ну, у меня тут вообще все жестко, если честно. Я не знаю, мне на второй типа надо. О, туда дед пошел. Я пойду за ним, как бы. Прикинь, я тебе рассказывал то, что... А, я сделал вот в Грине, в Майнкрафте, телек, через который можно смотреть файлы, которые у меня на компе. Да? Ну, вроде как, точно не уверен. Не пробовал, ну там что-то было написано, типа, там... Типа, три канала там, то что-то такое. Странно, короче. Я тут специально кидаю... Ну, она реально странная, я согласен. У меня тут дела плохо. У меня дед зажимает. А я деду жду. Молодец. Я знаю. Да, вы вдвоем сказали, что у меня камера на меня не смотрит. Вы... Да. Я и не собирался себя снимать. Я звук записываю. Сразу на два устройства. Ой. Все. Сейчас я хочу этот открыть. Дракула. Бабка опять кормит внучка. У меня на кухне вообще ничего нет. Только мясо это. Я, конечно, понимаю, мясо это. А прикинь, я у деда не брал даже ключик. Потому что я его даже, кстати, не убивал. Но он оставил открытую свои камеры. Ага. А, тут френч только. Так. О, я инструкцию нашел. Молодец, я сейф-кей нашел. Так, что тебе нужно еще? Я нашел этот... О, руль! Ка. Руль. Ка. Рулька. Рулёшка. За мной бабка, ой, за мной бабка, она у меня... Я чуть не упал. В смысле? Я же забрался. Как? Ты на этот забирался? Я забирался на лестницу и типа уже почти забрался. И тупо она такая... Привет, мучок. Смотри, она на меня смотрит. Смотри, я ей. Смотри, Толь, я ей в челюсть. На! Погоди, можешь потом ты вырезать у меня рекламу? Конечно, вырежу, успокойся. У меня тоже была. Там как про какие-то булки пели. Так. Ух ты, я могу рисовать у себя на экране. Молодец. Так. Дед даже не пришел на то, что я убил бабку. О, смотри, дед забагался. Че? Дед танцует? А, нет. Он забагался. 1:30. Ну, я... Не, прикинь, он просто стоял забаганный. Это странно очень. Мне осталось Padlock Key, и он, скорее всего, я знаю где. Короче, я просто сейчас на таран. Но у меня две жизни, так что я могу себе позволить что-то на таран у меня делать. Еще три жизни. У меня третий день только. А, у меня четвертый уже. Нет, за надету, зачем он там брал? Он тебе даже не дал выйти из подвала? Нет, дал, но... Но потом загнал обратно. Я вышел, вот он такой, здорово! Ну, понятно. Я такой, хотел там пройти, а он ушел. Как обычно. Кстати, тут хорошо, что в подвале полы не скрипят. Это прям вот плюс. Потому что там не полы, там земля. Да. Кстати, он тебя назвал Джонни. Джонни? Джонни! Ну, как-то так. Я думал, Нани! Жалко, что здесь нельзя вот эту бак делать, какую-нибудь. О-о-о, раньше был, ща нельзя. Сейчас, вот раньше просто было такое фигурное брейни. А, где? Ну, в принципе, это логично, что баги пофиксили. Нет, это нормально? Всё. Чё, у тебя скрипнуло? Нет! Он стал медленнее ходить, у меня чёрт и день теперь. Он реально медленнее как будто выходит. Когда хромой. У меня день 4. У тебя какой день? Да? У меня 4. Я тебя отдам. А. О-о-о, красава, красава. А
понимаю. Короче, я сейчас тут, мне сейф-кей, возможно, сейчас в сейфе там будет, я не знаю. Возможно, я сейчас зря буду тратить патроны, но у меня есть еще гранаты сейчас будут. Обеспечу себя гранатами, так скажем. Надеюсь, что Пэдлок... Нет, да почему ты опять там-то? Я думал, тебя обойду, а ты пошел тут, ну ты баран, дед. Прикинь, главное здесь где-нибудь не застрять, потому что ролик все, типа, застрял, все. О, Пэдлоки здесь, все, значит, я не зря занимался этим. Эй, ты что, офигел сюда приходить? Ну иди туда, брысь. Хамир, брысь. Я даже могу вот так вот сделать. Так, берешь такой, вот так. Покажи, как ты пишешь. А в каким цветом, кстати? Чёрный. Молодец. Он потом исчезает, да? Да, я что-то могу удалить. Все, ребят, я сейчас иду в это вот, и все, уплываю, все, короче. Толь, я все. Все? Ну, практически. Мне осталось смочь дойти вниз. Возможно, там дед заспавнился. Я правильно говорю, заспавнился? Да? Потому что у меня такая, типа, с Майнкрафтом начинает все связываться. Спавнпоинт и всякое такое. Вот если дед сейчас тут... А, его тут нет. Так, быстрей. Уже 20 минут записываю. Это еще мало. Все, я уплываю. Все, ребят, пока. Приятно было поболтать. Дед, вот ты меня очень много раз бил, за это тебе антиреспект. Вот это морда вообще. Смешно. Так, надо за спиной у бабки пройти. Потому что у меня там электрошокер. Ну, понятно. Слушай, знаешь, все, я телефон могу спокойно отложить. У меня дедан танцует. Дедан танцует, круче. Это, я не буду останавливать запись, типа... Вы будете слышать меня, а видеть будете только вроде как Толина. Что у него происходит, наверное. Одно есть. Так, ну что у тебя происходит там? Я эти. Нифига себе, ни разу еще не промазал, прикинь. Ну, как я понял, ребят, давайте, ладно, я останавливаю запись. Так, запись... Один раз промазал. Ну, ладно, что, бывает. Запись остановлена, но голос вы мой слышите, и Толин тоже. Че там? Давай как-нибудь подсядь ко мне, чтобы видеть меня. Ой, то есть, чтобы я тебя видел. Ну, сам подкатись, у тебя кресло катается. А, ну да. Ну, че? Неплохо. Скажу, когда стрелять. Не сейчас. Стреляй! Вот так вот, мать. 3-2 раза промахнулся. Ну, бывает. Цепляшечку сейчас надо будет взять. Ну да. Это. Получается, после цепляшки все, больше ничего не надо? А ты вообще туда все принес? Нет, а получается, то... Я еще не нашел бензин. Погоди, ящиков внучок. Сколько? Два? Да. А. Внучок? Внучка или нет внучка? Ну вот, там бензин 100%. Если там не бензин, значит там ключ от сейфа. У тебя последняя жизнь, да? Сейчас буду, да, 5-й день уже. Я сейчас буду орать, если я проиграю. Ну это, короче, за 3 дня мы... Ну это невозможно сейчас будет проиграть. О, боги. Лучший бит в истории вообще. Знаешь, у меня как-то даже горло не особо пересохло. Буль-буль-каразики. Так. Вот так вот. Далее пускай звук будет мой, чем твой. Блин, где чё это? Чё, блин, куда я иду? Чё я вытворяю? Тебе нужен... ключ от сейфа. Подожди, у тебя электрошокер, да? О! Бери скорее. Да, там я уже нашел. Ну отнеси туда. Это мой первый ящик за эту игру. И они такие. Хоть бы она не тут пошла. Тогда будет очевидно. Успей. Она может быть вот тут. Вот она, да. Нет, они вдвоем! Меня вдвоем зажали. Один там.
один там. Вдвоем это все. Так, погоди, какая концовка-то хоть? Или пятый день еще будет? Нет? Ласт. О-о-о. Блин, классика. Да. Она чаще всего падает. Ну, блин, этот боф тяжело. Вот они тебя просто с обоих сторон заняли. Ну, просто нужно уметь, да. Ну, ты выбрал вертолет, это трудно, да. Я вот на лодочке. Лодочка. Кстати, я к лодке не ходил, там же мог быть бег. Да, кстати. Ладно, ребят, что, подписывайтесь на мой канал, на канал Механик56, ссылка в описании. Ну и все. Надеюсь, вам так понравилось, типа, с двух сторон, с двух лиц, диалог. Это лучше, чем не слушать меня. Так что все, ребят, всем пока. Пока.